Больше инвестиций, красивых мест и интересных достопримечательностей. Все это поможет Алматы стать туристическим центром не только страны, но и всего региона. Открывая инвестфорум, заместитель акима города Ерлан Аукенов присутствующих приятно удивил, сообщив, что совсем скоро в Алматы возведут новый 5-звездочный отель мирового уровня, появятся комфортные хостелы и рестораны с казахским колоритом. Алматы самый, один из самых больших рынков Казахстана в целом. В условиях глобальной конкуренции нам есть еще над чем работать. Если сравнивать себя с такими городами, где население уходит за 10 миллионов человек, то, конечно, в инвестиционном плане мы теряем. И вот эта задача — создать все условия. Со слов Аукенова, все задумки воплощать в жизнь будут на частные средства. Впоследствии все эти проекты принесут многомиллионные поступления в бюджет, комфорт для гостей и условия для иностранного капитала. В преддверии универсиады это немаловажно. Медеузский район – самый красивый и густо населенный туристами. Ежегодно его посещают тысячи иностранцев. За год сюда привлекли инвестиции на 30 миллиардов тенге. Результат – возведены 11 новых объектов. В нашем районе открывается множество ресторанов. Это демонстрирует высокий потенциал Медеузского района. Я думаю, что в преддверии универсиады гостиницы, рестораны, кафе нам особо необходимы, чтобы принимать туристов. У нас есть большие резервы, чтобы дальше развивать Медео и Шимбулак, в частности горный туризм. Впрочем, ресторанами и гостиницами здесь не ограничатся. В горах Алматы вскоре возведут экстремальные аттракционы и стеклянный мост за 30 миллионов евро. Деньги выделят бизнесмены. Строительство начнется через 2 года. Такие строения сделают наш город краше и привлекательнее, уверены в Палате предпринимателей. Это уникальнейшие возможности для создания именно туристических объектов. Тем более здесь достаточно развитая сеть. В принципе, что туристу нужно? Туристу нужны объекты достопримечательности, хорошая логистика, места размещения. Для кого-то эконом, для кого-то более высокого класса. И пункты питания. Вот, в принципе, все, что нужно туристу. Ну, направления туризм разные, конечно. Есть экологический туризм, есть там событийный, есть бизнес-туризм и так далее. В Алмате все возможности для этого есть. Эти идеи воплотят в жизнь с помощью фонда для развития туризма. В ближайшее время счет новой организации пополнится 2 миллиардами тенге из городской казны и ДАМУ. Все принимаемые меры, уверены в городской администрации, найдут отклики у туристов, а главное — у потенциальных инвесторов. Ильза Такчурин, Канат Кигизбаев, телеканал Алматы.